Чувашский государственный педагогический университет имени Яковлева на короткое время стал филиалом Пушкинского заповедника в Болдино. Сотрудников вуза и музея связывает многолетняя дружба. Проект «День Пушкинского Болдина в Чувашии» приурочен к 222-летию со дня рождения великого русского поэта. Чтобы жители республики почувствовали атмосферу всемирно известного музея-заповедника Болдина, в стенах вуза открыли выставку картин, которые посвящены Александру Пушкину, Болдинской земле, ее атмосфере. Невероятные пейзажи, портреты, прекрасная архитектура. Великий русский поэт находил здесь вдохновение. Здесь родились многие его произведения. Память о нем жива спустя 2 с лишним столетия. У нас проходят многочисленные совместные выставки, персональных художников, постоянно... Есть присутствие делегаций республики на наших многочисленных мероприятиях, которые международные, федеральные и наши, нижегородские. Сегодня, когда мы открываем выставку, здесь присутствуют картины и чувашских художников, и нижегородцев. Мы уже давно вместе душой переплелись, и все это выливается вот в такое творчество, которое, конечно же, бесспорно поддерживается Александром Сергеевичем Пушкиным. На выставке представлены живопись, графика, чеканное искусство. В разное время в селе Большое Болдино побывали многие чувашские художники. Работы выполнены разными авторами, разное время года и с разным творческим взглядом. Но в целом вся лирика поэзии Александра Сергеевича, вся прелесть той природы болдинской, которым восхищался Александр Сергеевич и который написал в своих стихотворениях, в своих поэмах, здесь представлена в живописных работах. Конечно, на выставке представлена лишь часть работ художников, преподавателей ЧГПУ имени Яковлева, Миши Григоряна, Анатолия Данилова, Константина Долгашова, Натальи Смирновой, Нины Алимасовой, Ирины Рязанцевой и других. Так видят Пушкинское Болдино чувашские мастера. Незабываемые впечатления в сердцах студентов педуниверситета оставила театрализованная познавательная программа «Бал пушкинской эпохи» в исполнении гостей из Большого Болдина. Ульяна Пятакова, Андрей Шоклев, Республика.